ворота, ну и через бороду Деда Мороза. Но тогда не успеешь посмотреть все остальное. И я убежал с горки. Вот уж не ожидал, что в этом саду можно прокатиться на пони. В этот день на праздник елки пришли Никита Сергеевич Хрущев и Климент Ефремович Ворошилов. Ребятам, конечно, хотелось отличиться перед нашими гостями. Интересно. Художника можно назвать... Фидель Кастро, почетный гость нашей страны, приехавший в Москву по приглашению Никиты Сергеевича Хрущева, пришел к ребятам, чтобы передать им привет от детей Кубы. Потом на праздник пришел Никита Сергеевич Хрущев. Советская страна, занятая большими делами, позаботилась о том, чтобы всюду сверкали елки, всюду сияли улыбки. Thank you.
Эта елка стоит в Кремле, в знаменитом Георгиевском зале.